Когда появились бои? 86-я бригада приехала по адресу улица Карла Маркса, дом Когда 9. Когда появились боли? Дробь 12, квартира 174. Боли появилась неделю. Ухо болит, стреляет. Других жалоб нет. Когда вызывали скорую? Вызывали скорую 40 минут назад. Не 40 минут. 2 октября 2017 года. Перед этим, когда скорую вызывали? Перед этим вызывали 2 дня назад. Констатировали отит. Не ОРВИ, ничего. Не было выделений. 2 дня назад какое число было? 30? И за эту неделю вы не могли обратиться в поликлинику, вызвать врача даже? Нет. С температурой? Но это есть скорая помощь. Хорошо болели. Скорая помощь для этого не существует. Скажи, что вы отказываетесь меня в дежурную больницу вести в третью. Мы еще не осмотрели до конца. Все, пока хорошо. Меряем температуру. Пока меряем температуру. Дальше. Кино интересное будет смотреть потом. Конечно. Может, есть вышестоящее руководство, кому будем предоставлять запись. А там уже разбираются пусть по поводу 86-й бригады скорой помощи, которую меня хотят ввести в инфекцию, непонятно с чем. Температуры? Температуры вот красный. Нету. Температуры нету. Вот температуры меряем. Температура 39, уже температуры нет. Только что вы говорили, я выпил парацетамол 40 минут назад. У меня была температура 39. Горло причем не беспокоит, насморк отсутствует. Ни чихая, ни кашля, ничего нет. Послушайте меня, померьте давление. Сейчас послушаем. Вот такие врачи у нас в Саратовской области. Угу. Такие больные. Так, давайте градусник. Все фиксирую. Градусник. Держите. Замечательная температура. 7 не дошло. Ну вот видите, температуры нет. Какой, а какой РВИ? Вы 40 минут назад выпили. Ну я, может, вам специально сказал, что приехали скорые побыстрее, что у меня температура. На самом деле ее и не было. Отлично. Вот. Раздевайтесь. Мы к вам приезжали? Роспись я ставить никакой не буду в данной бумаге. Мы ни за что расписываться не буду. Расписываться не будете? Хорошо. Расписываться мы не будем, потому что вы меня не везете в дежурную больницу. Потому что вы сами можете идти. Вот так вот, можем везти сами. Была бы температура, еще можно было бы подумать. Или выделение хотя бы. Вот так вот, скорая нас отказывается вести. Все, 86-я бригада.